Самым ожидаемым футбольным событием по-прежнему остается чемпионат Таджикистана 2020. И главное противостояние – матч Душанбе-83 и Истаравшан. Матч состоится 23 мая 2020 года. Это будет 8-й тур чемпионата национальных команд Таджикистана. По предварительным опросам футбольных фанатов, победу в матче пророчат Душанбе-83. Главная причина, по которой они стали негласными фаворитами, это то, что они являются новичками в профессиональном футболе. И столкновение с уже бывалым Истаравшаном попробуют заработать себе очки и правдами или неправдами одержать победу. Или, по крайней мере, забить хоть пару мячей. Как показали результаты матчей первого тура, Душанбе-83 проиграли в сухую крупному игроку Истиклолу 0-7. А вот Истаравшан сыграли на уровне и в первом туре показали вполне достойный результат в матче с Хатлоном 1-2. Предварительная оценка футбольных знатоков, а также профессиональных болельщиков такова, что основной реальный прогноз все-таки в пользу Истаравшана. Но Душанбе-83 все равно остается любимчиками в этом чемпионате. Возможно, из-за жалости. Так вот, некоторые считают их черной лошадкой, которая изо всех сил будет бороться за победу. Давайте оценим теперь состав футбольных команд. Согласно заявке Душанбе-83 указано 22 игрока, у Истаравшана всего лишь 19. Но важно учитывать, что окончательный стартовый состав команды станет известен где-то за час до проведения матча, поэтому можно сделать только, предварительную оценку. Так, вероятнее всего, из трех вратарей в матче не будет принимать участие Азимджон Караев. После пропуска 7 мячей от нападающих Истиклола, Манучехра Джалилова, Шеридина Бабоева и Вахыта Арасахедова, а также полузащитника Алишера Джалилова, разумнее будет сделать ставку на еще не провалившихся в турнире вратарей Душанбе-83. Это Фарамурас Саидов и Силванус Эванс Гбити. Относительно команды Истаравшан вряд ли будут убирать Хусейна Азизова, пропустившего в первом матче всего, собственно, 2 мяча. Но уж точно будет в составе нападающий Илхом Баротов, который принес команде один единственный забитый гол в первом туре в противостоянии с Хатлоном. На данный момент в букмекерских компаниях принимают ставки на матчи, которые будут проходить в апреле. Это Файскан Тригар Тадас, Истарашван Куктош, Локомотив Памир Душанбе-83, Худжанд Хатлон, Истиклол ЦСКА Памир, Душанбе-83 Файскант и Ригар Тадас Истарашван. Если вам понравилось видео, пальцы вверх, делайте репосты, пишите комментарии и, собственно, увидимся в следующих видео. Пока-пока.